is real. Round and round and round my head, you'll never scream. А вы любите читать книги? Лично я, например, в магазине часто задаюсь вопросом, как заранее узнать, стоящая ли вещь у меня в руках. Сегодня в зале Якиманка Холл проходит торжественная церемония награждения литературной премии в области медицины и здоровья «Здравомыслие 2023», аналогов которой нет. В этом году премия проходит в пятый раз и в юбилейном сезоне. Новые рекорды. Больше 230 заявок от участников, 16 тысяч проголосовавших. Это премия, которая учитывает ваше мнение. Премия, которая помогает выбирать действительно полезную литературу. Премия, которая превращает идеи участников в реальные книги. Все больше и больше людей начинают осознавать, что все-таки основной вызов 21 века с точки зрения здоровья, так или иначе, связан с болезнями образа жизни. И хотелось помочь читателю, интерес которого к этой теме растет, помочь ему выбрать то, что действительно стоит прочитать. Потому что здоровье – это важная тема, и не хочется, чтобы, конечно, пользовались читатели некачественной литературы и ставили на себе опыты дилетанта. Книги медицины, популярной медицины, они тоже все больше востребованы. То есть интерес читателя к ним не угасает. И, конечно, премия «Здравомыслие» уже 5 лет. Конечно, все больше людей узнает о ней. И, соответственно, все больше желающих попасть и издать свою собственную книгу. Здесь разные номинации, и это правильно. Должен быть диалог между врачом и врачом, должен быть диалог между врачом и пациентом, и пациент с пациентом, и просто здоровый человек, понимаете? Но я всегда рада, когда именно просто простой человек может узнать из книги, а что такое здоровье, а сколько нужно спать, а что можно есть, а как можно улыбаться. Вот. И как быть здоровым? Обязательно надо писать. И именно врачам. Добрый вечер, дамы и господа. Добрый вечер, друзья, коллеги. Юбилейная, пятая литературная премия в области медицины «Здравомыслие 2023 приветствует вас. Добро пожаловать! Уже 5 лет мы разыскиваем по всей стране популяризаторов науки и доказательной медицины, чтобы об их главной и такой важной работе узнала вся страна. Вместе с ведущими издательствами мы открываем новые имена, а высокий авторитет экспертов и членов жюри гарантирует качество выбранной литературы. Наша миссия – поддержка авторов, которые делают здоровый образ жизни доступным каждому. За эти годы наши эксперты изучили более 1000 книг из России и стран зарубежья, а в народном голосовании поучаствовало более 70 тысяч человек. Сегодня мы наградим победителей. Итак, 5-я литературная премия в области медицины «Здравомыслие». Мы начинаем! Мы ставили перед собой задачу мотивировать, подтолкнуть врачей больше писать хороших книг, учиться говорить доступным и понятным языком с вашими читателями, с пациентами. Мы удивляемся, врачи удивляются, почему люди голосуют за эти книги, а не за другие. Часто этот выбор не совпадает. И я прихожу к выводу, что иногда по многим вопросам мы по-прежнему стоим на разных берегах, но мы стоим у одной реки. И это река жизни. И эта премия живет, она продолжает жить, развиваться. И я думаю, что мы становимся чуть-чуть ближе друг к другу. Конца и края.
мероприятие определяется теми людьми, которые пришли. А еще больше теми людьми, которые пришли, несмотря на препятствия. 5 лет тому назад очень волновались все. Нужно ли врачам вообще писать книги вне специальности? И я горжусь тем, что с первой минуты поверили мы друг другу в эту затею. А врачу тоже надо поговорить. И не только о болезни, и не только о этиологии, патогенезе, новшествах, а поговорить с людьми о том, что же внутри болезни, что же ощущает сам врач, который лечит, и как он может поделиться своими самыми внутренними переживаниями. Ведь для врача больной – это как обратиться к Богу, потому что больной полностью доверяет ему свою жизнь. Почему я здесь? Потому что идея удалась. Посмотрите, сколько людей. Если честно, и я задумала написать книгу. Это будет мой подарок. Да, я желаю этому проекту, этому здравомыслию долгих лет жизни, процветания, и чтобы оно вошло в душу каждого врача. Что ж, первая номинация «Рецепт здоровья». Это номинация, посвященная популярным книгам о здоровье и здоровом образе жизни на основе личного или профессионального опыта. Ну, то есть, как вы и сказали, самый большой массив данных вообще в рамках нашей премии. Итак, первая книга из этого топ-3 – это «Страсти по щитовидке». Автор Станислав Хан. Вторая книга «Как Саша стал здоровым» Ирина Семизорова. И Дарья Савельева – это «Осознанное питание. Как похудеть, изменив свой образ мысли». И победитель в этой номинации в этом году, по мнению нашего профессионального жюри, которое выбирало из этого шорт-листа, становится книга «Страсти по щитовидке». Автор Станислав Хан. К сожалению, он не смог посетить данное мероприятие, но он был бы счастлив все это получить. И даже представляю себе, почему он не присутствует. Он просто не может оторваться от написания следующей книги, следующего бестселлера. Ну что ж, тогда вручаем. Аплодисменты, Анжелика Подоляк! Уникальность книги «Страсти по щитовидке» в том, что ее написал практикующий врач. Он кажется всем молодым, но на самом деле через него прошло очень много пациентов, которые ему благодарны. Там описаны его клинические случаи из практики, там описаны различные симптомы. То есть книжка, она такая очень просто изложена в шуточном варианте, она довольно-таки примитивная, то есть ее поймет любой пациент. Это возможность дать человеку несколько иной вектор мышления и несколько иное направление, подхода к себе. Когда мы начинаем мыслить иначе, то тело восстанавливается. И лишний вес, который является нездоровым, он сам и уйдет, по сути. На самом деле, осознанный подход – это любовь и уважение к себе. Вот о чем мы говорим. Вот почему цельная и чистая еда. Вот почему внимание к питанию. Вот почему внимание ко сну и активности. Это все вопрос самоуважения, а не только осознанности. И когда вы понимаете, кто вы такой для себя самого, вы начинаете жить иначе. Вперед! Вторая из 4 номинаций премии «Здравомыслие». Дорогие друзья, мы сегодня собрались с вами в этом зале, в этом замечательном зале, для того, чтобы еще раз подчеркнуть, насколько важно просвещение. Просвещение в области медицины, просвещение в области здорового образа жизни, охраны здоровья. Книги всегда были и будут мощным оружием для изменения самосознания людей. И вот я очень благодарна нашим организаторам, потому что благодаря вам
Мы сегодня чествуем наших победителей, наших врачей, которые делают с помощью своих книг наш мир счастливым и лучшим. В этой номинации у нас представлены книги «Антропология киборга. Руководство по протезированию верхних конечностей», автор Антон Круглов. «Хроника провинциальной медицины. Иркутск и его окрестности в досоветский период», автор Ирина Орлова. И «Реконструктивная хирургия лица. Современные методы и принципы. Учебное пособие», авторы Елена Вербо, Ксения Гилева и Сергей Буцан. И победитель в номинации «Шаг вперед» премии «Здравомыслие 2023» становятся авторы книги «Реконструктивная хирургия лица»: Елена Вербо, Ксения Гилева, Сергей Буцан. Многоуважаемые жюри, многоуважаемый организационный комитет, позвольте вас от души поблагодарить, что вы выбрали нашу книгу. И действительно, здравомыслие – это то, что, чем должен обладать врач, решающая судьбы больных. Тридцать лет я работаю в области реконструктивной хирургии. И это, конечно же, из года в год менялись представления, менялись методики. И менялось воззрение о том, какой метод именно лучше. Ну, наверное, и плюс анализ каких-то своих ошибок, ошибок своих коллег. И все это вот вылилось в такую интересную книжку. Она поможет, я думаю, врачам и в регионах, и на поле битвы, там в зоне специальной военной операции, выбрать оптимальный метод реконструкции лица. Вот великий Эйнштейн, он сказал, когда-нибудь мы с вами доживем до того времени, когда технологии будут такими, что люди станут идиотами. И дальше он сказал, читайте книги. Сегодня не нужны люди, которые пишут для наших пациентов. Это все сделает машина. Не нужны те, кто пишет научные труды. И поэтому для меня эта премия, которую вы все здесь основали, когда мы видим вот эти глаза, все, кто сегодня выступал, те желания людей помочь другому, своему пациенту, другим врачам, поделиться опытом. И дай Бог, чтобы это продолжалось еще долгие годы в нашей жизни. И мы не становились идиотами. Когда мы начинали делать эту книгу, мы даже не подозревали, что она будет так актуальна на сегодняшний день. И до СВО протезирование рук в России массово было не на самом высоком уровне, что связано с тем, что очень часто техники имеют среднее специальное образование, не высшее. И очень редко врачи с медицинским образованием становятся протезистами. И мы хотели чуть-чуть переломить систему, да? Мы хотели привлечь внимание профессиональных врачей к теме протезирования для того, чтобы они, возможно, сами захотели быть протезистами. Это интересное направление, которое даже в медицинских институтах не особо преподают. И этот информационный вакуум побудил меня написать эту книгу. Критериями, которые руководствуются редакторы, выбирая идею книги, их несколько. Первое, человек должен, безусловно, быть авторитетный. Он должен зарекомендовать себя хорошо в той области, о которой готов писать. То есть это должен быть специалист с подтвержденной экспертностью. Это первое. Второе, он должен уметь писать, вообще говоря. Потому что одно дело, конечно, у нас есть образцы Булгаков, Вересаев, Чехов, но вообще такие единицы врачей. Среди врачей есть прямо бриллианты, которые могут писать. Вот мы их ищем. Добрый вечер всем. Всех хочу еще раз поздравить
с пятой уже премии. Немногие премии в настоящее время доживают до юбилеев, а наша премия все-таки она развивается, и количество участников развивается. Почему мы здесь? Почему представители бизнеса находятся в этой премии? Нам всегда казалось, что главный капитал любого бизнеса – это люди. Здоровые сотрудники, здоровый бизнес. Третья номинация – «Эскулап» – мемуары и биографии врачей. И в этой номинации у нас представлены следующие книги. «На пути к сердцу. Записки кардиохирурга». Автор Асламбек Дубаев. А также «Мертвые могут нас спасти. Как вскрытие одного человека может спасти тысячи жизней». Автор Клаус Пюшель. И «Рецепт убийства. Криминалистика Агаты Кристи. Глазами судмедэксперта». Автор Карл Валентайн. И победителем в номинации «Эскулап» премии «Здравомыслие 2023» становится книга «На пути к сердцу. Записки кардиохирурга». Автор Асламбек Дубаев. Асламбек! Спасибо большое. Кажется, у меня лучше получается оперировать, нежели говорить. Но все же я попробую. Вот здесь прозвучало такое, что мы сражаемся за здоровье. Вот как раз-таки этим мы каждый день занимаемся. То есть, говоря «мы», я говорю о хирургах и в целом о всех врачах. В нашей большой, потрясающей стране, начиная от Курильских островов до самой южной точки России, Дагестана, мы занимаемся тем, что сражаемся за здоровье. Мы благодарим наших великих медиков за то, что вы находите время, про талант не говорю, он у вас просто вот априори, время не только нас спасать, делать нашу жизнь лучше. В принципе, сопровождаете нас весь наш путь. Но вы еще находите время писать книги. Поверьте, для нас это бесценно. Я призываю, опять всякий раз, когда я выхожу на премию «Здравомыслия», я говорю: врачи, пишите книги, иначе напишут шарлатаны. Хотел бы оставить это секретом, что я для себя лично отобрал. Я в очередной раз забрал книгу нашей дорогой подруги Роксаночки. Жалко, что она сейчас не слышит, но я люблю эту книгу. Я хочу отдать своим детям, чтобы они понимали, как правильно жить в современной медицине. И, ну, я отработал почти 4-5 месяцев в зоне СВО. Для меня очень важно понимать, что мы делали. Я, конечно, больше в животе. Но у нас и были травмы конечности, поэтому хорошая, правильная книга. И я вот честно искал книгу про сердце нашего брата, друга, коллеги из Дагестана. Разобрали. На мой взгляд, я практик, я практический хирург. На мой взгляд, существует такая проблема доверия между врачом и пациентом. Как будто мы по разные стороны берегов находимся. И мне хотелось рассказать пациенту о враче и рассказать врачам о пациентах. Вот. Что врачи такие же живые люди, которые чувствуют боль, которые чувствуют утрату. Частичка врача умирает с каждым пациентом, которого он теряет. Вот. Мне хотелось вот это доверие как-то сблизить. Потому что, когда сотрудничает врач с пациентом, вы знаете, очень легко лечить болезнь. Грамотный врач должен писать. Это самоанализ. Это сродни написанию дневников. Вечером подумать о том, что ты сделал. Может быть, где-то ты ошибся. Может быть, кого-то нечаянно обидел. Ну, такое бывает. У нас такая профессия сложная. Все на бегу. Это самоанализ. Самосовершенствование, не самосозерцание, а самосовершенствование. За каждой книгой стоят часы, месяцы, годы мысли
и душевного напряжения. Мы свидетели изменений тектонических в медицине. И мемуары нам помогают понять, как это произошло. И четвертая номинация «Лучшая идея книги». Для награждения мы приглашаем представителей, разумеется, издательств, которые и определяли эти лучшие идеи. Их было 23. Итак, Ирина Золина, бренд-директор издательства «Бомбора». Ольга Шестова, главный редактор издательства «Медпроф». Мы сразу же позовем победителей в нашей специальной номинации «Лучшая идея книги». Это Александр Бессмертный с идеей книги «Вспоминая душу» по следам метода народного врача Александра Романовича Довженко. И Анна Таюрская с идеей книги «Путеводитель врача по клиническим рекомендациям». А у вас сумочки идеи, да? Много идей. Приходится с собой сумку носить. Сразу ставьте эти тяжелые, но очень вкусные подарки. Вот здесь недаром выходят вместе с авторами, будущими или настоящими, выходят редакторами. Потому что вот это волшебство создания книги, оно происходит между автором и редактором, как представителем издательства. И я желаю будущим авторам или настоящим, чтобы это волшебство проходило в счастье, в радости, в взаимном понимании. Вы понимаете, сейчас время информации. Очень многие любят писать. У нас время графоманов. Они не несут никакой важной информации. Но книги, которые мы с вами выбрали, это книги. Эта книга проживет и не 5 секунд, и не месяц. Ее можно будет брать в руки, читать, вспоминать свои ощущения, благодарить автора за то, что он ее написал. И это самая важная для меня задача в нашей с вами премии, в нашей награде «Здравомыслие». Это очень важно. Все это затевалось, и у меня тогда вот была мысль, а точно ли книги наши, они нужны? Вот настолько, что даже премия будет, даже жюри будет вычитывать и отбирать лучшие, будут ли они писаться, будут ли они читаться? Знаете, вот Эвелина не даст мне соврать, а я вам сейчас выдам ее немножечко. В последнее время она часто ездит на территорию Донецкой и Луганской республики, в новые регионы, в Запорожскую область, в Херсонскую. Несколько лет туда езжу и я, для того, чтобы помогать людям. И когда я спрашиваю, ребят, что привезти? Оборудование, лекарства, что-то для детей, расходники, средства по уходу. В каждом из регионов обязательно мне отвечают, привези книги. Пожалуйста, привези книги. Вот я думала, 5 лет это много или мало? 5 лет, может быть, это для возраста ребенка это немного. Но то, какой ребенок 4-5 лет, такое существо будет и дальше расти. Вначале мы переживали, что не все откликнутся, не все захотят писать, делиться своим опытом. А сейчас я спокойна. Этому проекту жить долго-долго. Thinking, baby, we could get away and never.